Готовь сани летом. Так начинается известная пословица о том, что все надо делать заблаговременно. В Щелкове 7 возле Серебряных прудов жители предлагают обустроить, как они ее называют, дорожку здоровья, которая будет востребована и летом, и зимой. Кстати, в зимнее время здесь всегда накатывалась беговая лыжная трасса, очень популярная и у спортсменов, и у любителей. Но теперь ее предлагают привести в порядок. Самое время заняться этим сейчас, в теплое время года. Чтобы поддержать это начинание, около дома недели на 22 собрались любители лыжных гонок. У нас есть в Щелково очень много детей, секций, жителей, которые очень любят кататься на лыжах. Мы сейчас находимся в Щелково 7, здесь одна из баз, где занимаются лыжным спортом. И вот хотим показать, что действительно очень много ребят, кому интересен этот спорт, очень много людей, которые очень хотят им заниматься. И действительно есть востребованность лыжной трассы как зимой, так и летом. Активисты «Молодой гвардии» провели опрос жителей городского округа. Им задавался вопрос, где бы вы предложили сделать лыжню. В этом опросе наибольшее число положительных ответов набрал как раз лесопарк в Щелкове 7. Лыжероллерная подготовка, она как бы одна из основной к лыжным гонкам. Подготовка идет беговая, лыжероллерная, велосипедная, мы все эти используем. Вот. Но на нашей базе занимается больше 70 человек, детей. И они потом, значит, совершенствуют дальше, кто идет в спорт, кто идет учиться. Трасса желательно, чтобы была асфальтированная, шириной в районе 4 метров для конькового хода. И также в летний период времени это будет очень удобно, так сейчас трасса похожа больше на какое-то грязевое месиво. Вот. Рядом с трассой хотелось бы получить, так сказать, беговую дорожку, чтобы можно было летом еще заниматься, бегать спокойно. Вот так сегодня выглядит трасса в районе прудов. Действительно, сейчас не то, что тренироваться, даже пройти сложно. Но здесь, в Щелкове 7, общее желание заниматься спортом, безусловно, велико. Мальчишки и девчонки веселым и задорным флешмобом в поддержку обустройства трассы очень эмоционально выразили свою любовь к лыжным гонкам. Они надеются, что их услышат. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.